Oh. But keep your tool. Yeah. No bottle, no phone. Together. Поближе, yeah, that's it. На меня, пожалуйста. Over here, please. Thank you. Tatiana. Итак, позвольте начать пресс-конференцию. Сначала будет вопрос от меня, всем трем спортсменам, а потом мы будем принимать вопросы из зала. 質問なんですけど、3選手に質問といった場合は、ゴールドメダリスト、シルバーメダリスト、ブロンズメダリスト順に回答ください。 Если вопрос поступит ко всем трем спортсменам, отвечайте, пожалуйста, в порядке занятого места. То есть сначала золотая медаль, потом серебряная, потом бронзовая. Just one housekeeping rules. Is there anybody who needs English interpretation? Please raise your hand. Кому-нибудь нужен английский перевод? Selena, can we omit the English? There's nobody. Итак, мы без английского перевода начнем, думаю. Расскажите о своих впечатлениях от сегодняшнего финала. Микрофон включите, пожалуйста. Мне очень понравилось на этом финале Гран-при. Очень хорошая публика, мне аплодировали под музыку и в короткой, и в произвольной программе. Я очень довольна, что заняла первое место. Ма, 基本的に良かったと思います. 1位になってもちろん嬉しいですし、 あと観客の皆さんも 拍手してくれて とても感動しました. Мне также очень понравилось. Публика очень тепло принимала. Программа у меня справилась. Я, в принципе, всем довольна. で、 私も 非常に嬉しいです。 観客の皆さんも非常に温かく迎えてくれましたし、 で、 プログラムをクリーンに滑ることもできたので嬉しいです。 Мне тоже очень здесь понравилось выступать. Публика приняла нас всех очень тепло. После каждого элемента бурные овации и такие серьезные старты. Это всегда приятно, то, что на таких можешь выступать. Куча положительных эмоций. まあそうですね、私も楽しかったと思います。観客の皆さんも、みんなも言ったんですけど、観客の皆さんは温かく迎えてくれましたし、あと各のエレメンツの後拍手してくれたので、こんな、あ、в конце что-то сказала ещё можно? まあこんな大会に出るのは楽しかったです。 挙手にて質問賜りたいと思います。 А теперь вопрос из зала, пожалуйста.共同通信の吉田と申します。3人ともエテリコーチのもとで練習やってると思うんですが、いつに入、いつ頃エテリさんのところに入って、その経緯を教えてください。3人ともお願いします。
Вопрос всем трем спортсменам. Вы все занимаетесь у одного тренера, Тутберидзе. Расскажите, пожалуйста, как вы к ней попали, с какого времени вы в нее занимаетесь? Я занимаюсь у Виталии Георгиевны второй год. Я пришла от Анны Владимировны Царевой, а до нее была у Александра Сергеевича Волкова. Я перешла, потому что мне очень хотелось тренироваться вместе с Женей Медведевой. そうですね。私はウェイテリーコーチの元で練習しているのは2年目になるんですけれども、前はザリョワ先生の元で練習していて、その前にもウォルコワス先生の元で練習していたんですけれども、まあトゥデベリゼコーチを選んだ理由は、ウェイテリーコーチを選んだ理由はですね、まあ、メデベジワ選手と一緒に練習したかったということです。Я перешла к Этери Георгиевне в конце прошлого сезона, так как я решила, что нужно двигаться дальше, а это очень сильная группа, такой же сильный тренерский состав. Ну, そうですね。私は昨シーズンの初めにエテリコーチと一緒に練習することになったんですけど、なぜかと言いますと、まあやっぱりこれだけ強いグループでもありますし、でコーチエテリコーチ自身もやっぱり強い先生ですので、まあ前に向けて自分も進歩しなきゃいけないっていう思いを抱きながら移りました。К Этери Георгиевне я перешла так же, как и Алена Костерная в конце прошлого сезона. И это мой первый сезон с ее командой, в ее группе. Пришла, я давно хотела заниматься у нее. Я к ней приходила на просмотр даже еще 4 года назад, перед Олимпиадой. Но тогда была не две, а одна группа, и много народу на льду, а занимались подготовкой к Олимпиаде, поэтому мне говорили приходить нас после Олимпиады. В итоге я здесь оказалась в этом сезоне, в этом году. 私もコストルナ選手と同じように昨シーズンから練習していますけれども、まあ、でも前からずっとエテリコーチの下で練習したくて、4年前にも1回オーディションに来て、その時はでも2つのグループじゃなくて1つのグループしかなかったんですね。でまたオリンピックの前っていうシーズンの中、やっぱりそのオリンピックに向けて練習している選手もいっぱいいましたし、アイスにおいてまず選手たくさんいましたので、まあ、今オリンピックですからオリンピックの後で来てくださいって言われてもう一回挑戦してみてエテリ先生のグループに入りました。Это вопрос всем девушкам, да, как мы все знаем, вы тренируетесь в одной группе. Ну, значит, вы сюда приехали, это для вас как просто тур такой, или вы себя чувствовали, как обычно на домашнем катке, катались на тренировке, хотя это соревнование. Вы можете немножко рассказывать, как, ну, это как чувствуется, что вы вместе все катаетесь, тренируетесь и соревнуетесь? Сенсино, минасан, эно шицумон дес. Минасан, онази группу но сенсио だと思うんですけれども、それはやっぱり、今の大会は練習のような感じでしたか、それともちゃんと大会の雰囲気がありましたか。Да, нам было однозначно веселее, потому что очень много человек из нашей группы и практически все тренера с нами поехали. Мы были как на тренировке, как хотя это соревнование.まあそうですね、大きな大会ということなのにコーチの皆さんも同行していただいて、でグループの仲間たちはたくさんいましたし、まあ、大きな大会ということなのに練習のような感じでした。На этом соревновании не было ощущения как такового соревнования, потому что большинство человек из нашей группы, как спортсменов, так и тренеров, были с нами. И...так как мы всегда вместе на тренировке, так мы здесь все вместе были. まあそうですね。基本的にコーチの皆さん、あとはグループの仲間もみんな一緒に集まって日本に来たってことで、やっぱり周りにいる人たちはその練習とそんなに変わらないので、大会って感じは全然なかったです。ну, на мне
понравилось то, что мы поехали в большинстве человек из нашей группы, потому что мы знаем друг друга, мы катаемся вместе. На тренировках проще отследить, кто куда едет, чтобы, ну, не столкнуться. То, что бывает, на самом деле, не так уж и редко. И благодаря этому все тренеры поехали вместе с нами, и вся поддержка была не от одного человека, а от сразу троих, и это чувствовалось и помогало выступать лучше. Это соответственно,今の大会の相手はほとんど同じグループの選手ということですので、まず3人のコーチ、3人の先生方、みんなここにいらしてるということで、1人のコーチじゃなくて3人のコーチサポートしてるということがあって、で、あとはやっぱりそのここ来て、まあ、公式練習の時でも大体他の選手はどういう方向を滑るっていうのをもう伺えるので、衝突っていうのはもう全然ないし、まあ、非常に気持ちよく滑れるので良かったと思います。続いて質問ございますか。はい、塩原さん。NHK の松井と申します。グランプリファイナルのこの世代のメンバーもそうですし、今表彰台に上がった選手も全てロシアの選手なんですけども、1位のトルファ選手のお聞きしたいんですけども、なぜこのロシアの選手がこんだけ強いというふうに考えていらっしゃいますか。Ну, на этом соревновании очень много российских спортсменов, и вот именно среди юниоров женской группы, да, 5-6 российские спортсмены. И у меня вопрос к Александре Трусовой. Почему, как вы считаете, почему российские спортсмены настолько сильны в фигурном катании? В России очень много сильных спортсменов. Все они тренируются и просто много тренируется. Ма, соответственно, Россия нива так сам цюй сенсю ири томон дес кередомо, мо каре рава мо ренсю цуна ни ма ренсю штейте, ренсю суру кото ва субете да томоимас. Сузуйте ситсумон гозаймасу.1位の、トゥルソワ選手に質問です。とてもかわいいマスコットのティッシュ箱だと思います。誰からもらったんでしょうか。で、ユーリオンアイスのマッカチンというキャラクターだと思いますけれども、ユーリオンアイスは好きですか。Вопрос к Александре Трусовой. У вас очень красивая мягкая игрушка. Можете сказать, от кого вы получили? И вот, как мне кажется, это персонаж из аниме Юрий на льду. Вы знаете об этом? Вам нравится персонаж? Да, мне Женя в этом году привезла. Мы жили в Новогорске вместе в одном номере. Она спросила, что тебе из Японии привезти. Говорю, можно мне салфетницу, как у тебя, только другой персонаж. И она сказала, хорошо, и привезла мне Макачина. Это Медведева, да, Евгений? Да. Да, соответственно, это была Медведева сенсию, которая презента из Новогорска, но таки не у нас рум, у себя сидеть, то есть, не Нихон кара. お土産に何持ってきましょうかって聞かれて、で、ジェーニはそのメデベジワさんと同じようなティッシュバッグ欲しいんですけど、やっぱり違うキャラクターがいいって言って、それで持ってきてくれたんです。続いて質問ございます。よし、お風呂さん。フリーの川崎と申します。全ての選手にお聞きしたいんですけれども、ロシアのジュニアの選手すごく今強い選手たくさんいて、同年代で競い合い大変だと思うんですけれども、自分の個性っていうのはどういうものを、どういうふうにその自分の個性っていうのをアピールしていきたいかっていうことを伺いたいです。Вопрос всем спортсменам. Сейчас среди российских юниоров очень много сильных спортсменов, и я считаю, что вот даже среди спортсменов одного возраста существует достаточно большая конкуренция. Как вы считаете, что вам нужно сделать, чтобы проявить себя? Как вы планируете проявить себя дальше? Я планирую учить сложные прыжки. Тройной аксель, четверной тулуп. で、難易度、私は難易度の高いジャンプを覚えたくて、まあ、これから4回転のトーループを練習したいと思います。Я думаю, что это изучение четверных прыжков, но помимо прыжков нужно еще и такое же катание, как
Каролина Костнер. そうですね。あの、私もその4回転のジャンプを覚えるのは大事だと思いますけど、またあのコスナー選手と同じような滑り方をしなきゃいけないと思います。Конечно же, и изучение новых сложных элементов прыжков, и надо работать дальше, улучшать вращение, придумать свое что-нибудь.И стараться радовать людей, чтобы они получали эмоции, чтобы на меня хотели эти люди смотреть меня, и я буду стараться дарить всю свою силу, мощь, эмоции, чтобы люди радовались. Ну, そうですね。私もその難易度の高いジャンプあるいはエレメンツを覚えなきゃいけないと思ってまして、それとともに、やっぱり自分なりのこうプログラムによって自分の個性を出していくのは大事ですし、または観客の皆さんを喜ばせるために頑張らなきゃいけないと思います。あの、まあ、詳しくはやっぱりその観客の皆さんは私の演技を見たいという気持ちが現れるために頑張っていきたいと思います。続いて質問ございますか？はい、ショープロス。高校の新聞部の津田と言います。皆様にはライバルのような存在はいますか？またその方についてどう思われますか？ Вопрос от студенческой школьной газеты. Всем спортсменам, есть ли у вас соперник? И что вы думаете об этом человеке? Как спортсмен-соперник? У нас очень много сильных спортсменов. И надо...Просто работать и становиться сильнее. まあそうですね。ライバルっていうのは、まあ、強い選手はいっぱいいますので、やっぱりそれであのたくさん仕事、まあ、努力をしなきゃいけないと思います。Я считаю, что твой соперник это ты сам, и просто каждый раз надо доказывать самому себе, что ты можешь, то есть когда чисто без помарок.そうですね。私の一番大きなライバルは自分です。やっぱり自分にまず思います。На каждых соревнованиях соперник я сама себе, потому что надо всегда катать чисто, чтобы были хорошие результаты, и надо именно настраиваться, перебарывать там какие-то моменты, волнения и...Именно справиться с собой и катать чисто. そうですね。私も一番大きなライバルは自分でクリーンに滑ることとあといい結果出せることは大事です。で、あの、まあ、自分という大きなライバルを倒すためにはまずやっぱり緊張感をほぐさなければならないと思います。So last question. Последний вопрос.お聞きしたいんですけれども、皆さんとてもメティリ先生の方々ってジャンプの技術が安定しててきっちり降りてくると思うんですけど、なんかどういう教え方が違うのかっていうのと、そのライバルがいい選手がいる以外にやっぱりそこで教わることにがどんなこうテクニカル的なメリット技術でメリットがあるからっていうこととか教えてください。Вопрос ко всем спортсменам. Вот вы все занимаетесь, Ирина Георгиевна, и у вас очень сильная техника прыжков, и стабильная, и вы всегда стабильно выходите из этих прыжков. Как вы считаете, вот, что именно такого особенного вот, в вашем тренере, что позволяет вам вот, чисто технически выполнять чисто эти все элементы без помарок? Она очень... Требовательная, и мы катаем много программы, и в нашей группе много спортсменов, мы смотрим друг на друга и стараемся делать лучше друг друга. そうですね。まずはイテリ先生はあの厳しい先生ですね。で、あの滑ることも多いし、やっぱりそのプログラムを何回か繰り返して練習するっていうのは。あの基本ですし、あとはそのグループには強い選手これだけ数はいますので、お互いを見ながらやっぱりあの仲間よりいい滑りを見せたいという気持ちはあります。Ну,
В основном это то, что мы постоянно накатываем программу, постоянно напрыгиваем прыжки. И если раньше в прошлой группе у меня было такое, что не получился прыжок, его можно оставить и перейти на следующий, то тут то нельзя так. Ты будешь делать, пока ты не сделаешь хорошо и много раз. そうですね、あの練習を重ねていくっていうのは全てだと思います。前のグループには例えばジャンプができなかった場合それはほっといていいっていうことになってたんですけれども、今回そのデリ先生のグループにおいてはやっぱりそのジャンプを失敗したらそれをほっとくのではなく、そのできるためにそのできる割合を上げるためにやっぱりたくさん練習していって、それが全てだと思います。Ну, это благодаря многочисленным прокатов программ, и не просто мы их прокатываем, как нам поставили, а элементы делаем на усложнение. Делаем там каскады не из двух, а из трех элементов. Делаем дополнительных, в сольных прыжках добавляем каскады, и это придает уверенность и чистое катание. そうですね、あのプログラムの練習をするのは全てだと思いますけれども、またはその練習する時にはエレメンツの難易度をどんどん上げていって、そのエレメンツのコンビネーション、ジャンプのコンビネーションとかどんどん難易度を上げていって、まあ、できたジャンプからあの難易度のより高いものをあのやるっていうのが基本です。では会見を終了したいと思います。ありがとうございました。Позвольте закончить пресс-конференцию. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.